Вот и настал праздник Шавуот. Я очень благодарен Богу, что это время приближается. Буквально через несколько дней этот праздник обретет свой потенциал. Что происходило? 2000 лет назад это назывался праздник крещением Духом Святым. А много еще тысяч лет назад это был праздник, который говорил о том, что мы получили 10 заповедей. Это праздник Торы, это праздник свободы. Для нас и другое является символом величайшего благословения от Бога. Я очень рад, что этот праздник можем праздновать вместе. Вы и я, наша община, наши люди. Праздник, когда мы получили от Бога силу быть тем, кто мы есть. Мы люди Его, избранные, искупленные и благословенные. Празднуйте вместе с нами. Приходите на Шавуот. Мы одно целое. Спасибо вам, что вы с нами.